Всем привет с канала Камрад Майор, и сегодня у нас новое видео в тематике моделирования. Это распаковка посылки с сайта «Модельная лавка». Это первый заказ. Именно делал я его ввиду того, что насмотрелся на Ютубе Дашу, которая занимается также с моделированием, и увидел для себя те модели, которые как бы давно хотел собрать. Вот приходит в такой упаковке, просто картонная упаковка. Скажу, что на сайте «Я моделист», они их оборачивают фирменным скотчем вот по краям. Значит, тут мы имеем информацию, что вот служба Boxberry, номер их телефона, кто отправитель, штрих-код, кто получатель, индекс получателя и адрес терминала. Здесь вот на коробке есть такие небольшие вмятины, но это не критично, это даже может быть, пока я сейчас вез с пункта выдачи. Открываем коробку. Может быть, будет еще одна коробка там, а может нет. Так, как всегда, как и другие сайты, кладут эту бумагу. Первая модель, которая нас встречает. На все модели будет обзор отдельный. Первая модель, которая нас встречает, это модель подводной лодки немецкой U-Boat Type 23. Германская субмарина – это те подводные лодки, которые были на электродвигателях. Компания ICM, масштаб 1 к 144. Вот такой у нее будет внешний вид. Хочу сделать ее максимально приближенной к реальной. Надеюсь, у меня это получится. Дальше что мы имеем? Helix 70F2. Германский разведывательный самолет. Немецкий разведывательный самолет, если быть точнее, то что это именно модель самолета, использовавшаяся во Второй мировой войне. И что мы имеем интересного в этом самолете для 72-го, как мне показалось, он большеват. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. В любом случае, обзор каждой из моделей будет. Отдельно, подробно расскажем, что там внутри. И третья модель, но еще это не все. Это модель Avia B-71, немецкий авиационный бомбардировщик, также компания ICM, так как решил по большей части попробовать ее, модель к 72-му, но теперь эта модель мне показалась, что она меньше реального. Может быть, я ошибаюсь, но что-то как будто вот прям вот не так было, но все мы посмотрим более подробно. Дальше идут от мачете вот такие зажимы. 4 штуки 25 мм. Это стоило 150 рублей всего лишь, или там 160. Решил их взять, так как все равно приходится стыковать, клеить, и это было бы наоборот очень удобно. Просто вот так вот защемить половины. Взял специально такой масштаб, так как именно этот мне на данный момент нужен. Я не собираю какие-то супер большие работы или проекты, чтобы зажимать там вот такими половинами корпуса. Будем надеяться, что хватит. И от фирмы Мачете пипетка 1 мл, 5 штук. Взял их себе для очистки аэрографа. Наслышан о том, опять-таки, из комментариев других моделистов, что они очень хрупкие, что вот этот шов у них лопается там после образно 50 нажатий, а это как бы, ну, несколько промывок аэрографа. Ну вот я сейчас на видео сминаю, я уже думаю где-то тут
нажатие 53 было, но вроде бы не сломалось. Может быть, естественно, растворитель разъедает пластик, но посмотрим. Фирма Мачете, именно с вот этого началось у меня знакомство с ними, думаю, дальше также продолжать. И также накладная, вот мы видим от какого числа, номер заказа, на чье имя, куда в пункт выдачи в Боксбери, как была произведена оплата, то есть какой масштаб, описание моделей, артикул производитель, количество, скидка по промокоду Даша, прошу заметить, и общая стоимость доставки. Значит, заказом я более чем доволен. То есть это все фирма ICM. У меня от них только лишь одна модель. Это модель самолета Первой мировой войны, а вот это уже более посерьезней. И будем надеяться, что ICM меня не подведет. С вами был Комрад Майор. Ждите обзора вот этих вот замечательных коробочек. И вскоре увидимся. Пока!